Всем привет, с вами Серж, сайт Soulfinder, и сегодня у нас в студии, по коробочке уже понятно, ретро-выпуск, или гибрид. Гибрид Nike Air Ham Barkley, кроссовки Чарльза Баркли, модифицированные, одни из, классической расцветки, Phoenix Suns, лучших времен сэра Чарльза. Сэра Чарльза. Ну, естественно, современные веяния позволяют нам, или даже не позволяют, неправильное слово, позволяют нам делать все, что угодно. И если раньше это были отдельные элементы, детали, то сейчас это просто литье. Вылили, и нам позволяет создавать такие формы. То есть форма создана, силуэт остался. Ну, мы не можем как бы не коснуться, естественно, оригинальной модели. Она у нас есть, в закромах Родины. Классическая расцветка, самая первая. Это не выпуск 94-го, а какой-то ретро, сейчас взгляну, 9-го года, ретро 9-го года, но суть они отображают довольно неплохо. Вы видите, здесь используется ноутбук, кожа, ну язычок такой синтетический, обычный, резиночки, лейс-локи, которые не позволяют шнуркам развязываться, они сделаны наподобие, не знаю чего, наподобие чего-то, но я не могу вспомнить. То есть вот здесь через эти туннели продеваются шнурки, и когда вы их затягиваете, они углубляются в это тонкое место, узкое место, и застревают там, тем самым позволяют фиксировать себя намного лучше, и поэтому не развязываются, В общем, тут все намного проще. А очень высокий баллон Air Max на пятке, петля для удобства одевания. Внутренний мир чуть позже. Что у нас здесь? Материал гиперфьюз. Кстати, если кто не в курсе, скоро будет такая же модель, но из материала фоамбозит. То есть, ну, могло бы быть их три, тут раз, два, три. Но пока две. Про те мы, может быть, вообще не будем разговаривать, потому что они визуально очень похожи. Материал фоампозит. Посмотрим. Вот эти вот характерные зубцы, зубья Годзиллы сохранились. Air Max на пятке. Nike Air добавили четверочку. На втором кроссовке троечка. Убрали лейс-локи. Убрали резинку посередине. Даже вот так покажем. То есть верхняя часть, она немножко отличается. Но эти потяжелее, чем эти. Хотя эти весят 470 грамм. Вообще, даже не повод поговорить на тему веса. Но эти просто тяжелее. Значок. Классический Air Ham. Захлёст. Небольшие дырки для вентиляции. Ну, такая отличная фотография. Сейчас я достану второй кроссовок, чтобы показать внутренний мир. И как он изменился. Я точно не могу сказать, сколько стоил предыдущий выпуск. И сколько этот стоил, тоже не могу сказать. Так что вообще не будем говорить об этом. Как было раньше? Air Max 2. Резиночки. Так, они были. Помогали фиксировать дополнительно. Внутренний сапожок. Мы хоть и расшнуровали, но резинки не снимаются. Внутренний сапожок хороший, такой добротный. Петля для удобства одевания вместе с хвостиком. Что мы имеем на выходе в 2012 году? Ничего. Просто резинка. Хвостик небольшой для ахилла. И номер. На петле. То есть это такое удешевление. Зато сделали бирку. Сергей Владимирович 34-го года рождения. То есть это попытка как бы осовременить модель.
Хотя это классика, она все равно лучше. И сейчас я хочу вам показать Библию. Сэр Чарльз. Не спрашивайте, пожалуйста, где ее купить, Библию. Называется она Soul Provider. 30 лет Nike Basketball. How do you market a madman? Как вообще работать с психом? И здесь вот такие вот скетчи. Скетчи. По-моему, очень даже классно выглядели и тогда, и выглядит сейчас. Но это классика. О том, как она выглядит, говорить просто нельзя. Ну, это стыдно. Поэтому просто наслаждаемся видом классики, а современным тоже. И ждем фуампозиты. До новых встреч!